And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Представим себе, что вдруг здесь у вас дома по телефону, который здесь стоит, раздается звонок из Кремля, и вам опять предлагают стать переводчиком первого лица президента. Какая будет ваша реакция? Отказ. Напереводился. Хватит. Виктор Суходрев. Он войдет в историю как переводчик первых лиц советского государства. Поистине удивительно сложилась его судьба. Он родился в Каунасе в 1932 году. Незадолго до начала Второй мировой войны они с матерью уезжают в Лондон. Отец продолжает работу в Союзе. До 1948 года он не увидит своего отца. А после почти 10-летней разлуки родители уже не смогут восстановить прежние отношения, и семья распадается. Несколько лет, проведенных в Великобритании, ему пришлось говорить в основном только по-английски, что и определило впоследствии его профессиональный выбор. Он заканчивает ИНЯС и в 1956 году поступает на работу в бюро переводов Министерства иностранных дел. Он сразу обратил на себя внимание Олега Трояновского, в то время основного переводчика Никиты Хрущева. Трояновский, уходивший на дипломатическую работу, подыскивал себе достойную замену. В первые годы работы в МИДе Суходрев часто переводил на дипломатических приемах. Затем были более серьезные переговоры при участии Громыко, Молотова, Микояна, Булганина. Но с 1958 года он становится бессменным переводчиком Хрущева, с которым в сентябре 1959 года они отправляются в первую двухнедельную поездку по США по приглашению Эйзенхауэра. Хрущев был человек по природе своей любопытный. Любил все потрогать, все пощупать. Ну, помню, например, во время долгой, по-моему, чуть ли не две недели поездки по Соединенным Штатам, я бы назвал ее триумфальной поездкой, поездкой в качестве гостя тогдашнего президента Эйзенхауэра, он с жадностью всматривался в промышленность. То есть ходил по заводу как, знаете, как специалист. Не просто как государственный деятель, которого, ну вот, для телевизионных съемок надо показать, что вот он знакомится с жизнью в Соединенных Штатах. Он действительно интересовался. Ферма, Гарст, знаменитый эпизод с его другом, американским фермером, который часто приезжал в Советский Союз. Магазин. Рабочая столовая. Помню, как на столе, в рабочей столовой на одном из заводов он увидел, ну, такую металлическую, такую как бы коробку, что ли, куда накладываются салфетки. Они так сложны, что одну вытягиваешь, а вторая уже снова торчит. И так далее, пока не... Значит, вот он просто вот подошел вот к этой штуке, которую он впервые увидел, потащил, с удивлением увидел. Одна вытаскивается, а вторая, пожалуйста, уже хвостик торчит. Бери следующую, бери следующую. Естественно, окружала толпа корреспондентов, фото, кино, теле. И он схватил эту вещь, раскрыл, так сказать, полу пиджака и как бы сделал вид, что он ее крадет. То есть она на него произвела впечатление. Понимаете, вот, ясно было, что он хочет, чтобы у нас такие были. Он понимает, что такие вещи вот нужны. Мелочи. Но это вот Хрущев, любопытствующий, интересующийся, как же все-таки это происходит, но не понимающий, к сожалению, не понимающий. Помню, едем по Калифорнии, тепло, жарко, он смотрит из окна машины, по улицам ходят мужчины, а главное, женщины в шортах, в легких рубашечках, в шортах.
Ну, особенно женщины. Он говорит, да, говорит, смеется, говорит, да, у нас такого, говорит, не увидишь. У нас такое не разрешили бы. Вот видите, опять психология. Разрешить или не разрешить женщины ходить в шортах. То есть вот психология истинно советского коммунистического руководителя. Хрущев находился под впечатлением от американской экономики и технологий, но мало что впоследствии он внедрил на советской почве. Американцы отнеслись к его визиту достаточно осторожно поначалу, но его пылкие речи доносились из радиоприемников и с экранов телевизоров, что вызывало, несомненно, симпатию. Первая, после долгого перерыва, советско-американская встреча в Верхах не принесла особых практических результатов, но положила начало прямому диалогу, получившему развитие в дальнейшем. Вторая советско-американская встреча между Хрущевым и теперь уже президентом Кеннеди состоялась летом 1961 года в Вене. Много писалось о том, что на той встрече в Вене Кеннеди-Хрущев, Хрущев манерой своей здорово оскорбил Кеннеди. Это правда? Ведь вы единственный, кто может сказать, так это или нет? Да, это проходит во всех воспоминаниях ближайшего окружения Кеннеди и Роберта Кеннеди, и его помощников, каждый из которых написал потом книгу. Везде вы прочтете практически одно и то же, что Хрущев, желая унизить Кеннеди, показать свое превосходство и как бы поставить на место этого мальчишку, в какой-то момент спросил, сколько вам лет? Кеннеди ответил. На что Хрущев сказал... Кеннеди тогда было где-то 40, да? С чем-то. На что Хрущев сказал, да, моему сыну бы сейчас было столько или даже больше. И что якобы он этим... Имея в виду сына, который погиб. Имея в виду Леонида. Да, сына Леонида, который погиб на фронте, будучи летчиком. Естественно, единственный, кто видел, ведь человеческая речь выражается не только словами, словами выражается письменная речь. Человек, когда высказывает, когда любое высказывание, есть выражение лица, есть эмоция. И вот я смотрел на Хрущева, вы знаете, у меня немножко даже как-то мурашки пошли по коже, потому что у него такая невыразимая грусть в глазах была, когда он сказал, да, моему сыну было бы сейчас примерно столько же. Я убежден, что не хотел Хрущев этим обидеть или унизить Кеннеди. Хотя и относился к нему действительно как к мальчишке. Две вещи у него навязчивые были. Кузькина мать и мы вас похороним. Это катастрофа просто. Кузькина мать появилась у него впервые в открытую, на публику, так сказать, когда приезжал тогда вице-президент Никсон открывать первую американскую национальную выставку в Сокольниках. И был знаменитый, и Хрущев приехал на открытие, они осмотрели всю выставку и задержались у американской кухни. Была, так сказать, полностью оборудованная американская кухня, как бы вот настоящая. Все действовало, все работало. Там и холодильник, и газовая плита, и посудомойка. Ну, все, что тогда. Самое было только... Самые последние новинки. И там у них разгорелся большой диспут о преимуществах социализма или капитализма. Знаменитый кухонный спор. Вот там Никита Сергеевич первый раз сказал, ничего, ничего, все это хорошо, но мы вам еще покажем Кузькину мать. Не я переводил эту беседу, я тогда с Громыко был, у меня алиби. На этот счет я тогда с Громыко был в Женеве. Занимался германским вопросом. Ну и мой коллега-переводчик ничего лучшего не нашел, как сказать, вообще-то это мама Кузьмы. Но на самом деле это означает что-то такое, что не так. И тогда, в общем,
где-то запутал все. Я вдаль полез. Ну и Даль подтвердил, что это, в общем, такое, знаете, это, в общем-то, эвфемизм. То есть мягкая форма, чтобы по матушке не послать. Сказать Кузькина мать, чтобы не сказать, какая еще мать в русском фольклоре бывает. Поэтому что же это означает? Мы вам еще дадим жару, так сказать, ну, если вот так. Ну, естественно, можно по-английски это уже перевести. Что я и делал. И однажды, и было это во время визита в Америку, американский представитель, сопровождавший Хрущева, был в машине, и вот где-то опять увидев что-то роскошное, здание ли, магазин ли, еще что-то, и явно это ему понравилось, Хрущев опять сказал, ну ничего, ничего, у нас пока такого нет, но мы вам еще дадим, мы еще вам покажем Кузькину мать. Я уже перевожу как, вот, уже как бы, так как я для себя уже придумал. Никита Сергеевич обращается ко мне и говорит, ну что, Витя, наверное, опять все не так перевел. Это же очень просто. Вот показать кому-то Кузькину мать, это значит показать то, чего они никогда не видели. То есть ведь мало того, что перевести пословицу и поговорку надо, надо еще знать, что он, Никита Сергеевич Хрущев, он ее совершенно не по-далевски воспринимает. Он в ней видит совершенно иной образ, чем многовековая русская культура вложила в это выражение. Вот ведь какая беда еще бывает. Также, я бы сказал, в какой-то степени также, и с знаменитым «Мы вас похороним». Первый раз он это использовал на приеме в посольстве, в одном из посольств здесь, в Москве. Тогда было принято, послы любили по случаю национального праздника. Послы любили произносить речи, дабы выслушать ответную речь Хрущева. Это уже сразу тянуло на серьезное сообщение в столицу. Уже без бумажки говорил. Вот тут он, говоря, обращаясь к капиталистам, обращаясь к Западу, вообще к капиталистической системе, сказал, что, мол, ничего, ну, длинный пассаж, но ничего, мы еще вас похороним. Он имел в виду, что капитализм в соревновании с социализмом умрет, а труп надо же кому-то хоронить. Так вот, оставшийся в живых социализм будет хоронить труп капитализма. Вот и все. То есть победит социализм. Но он не имел в виду физической расправы или убийства. Я в этом глубоко убежден, он где-то это потом, где-то в какой-то другой беседе просто растолковывал. Вот как можно попасться тоже. И это ведь все годы, до сих пор об этом пишут. Знаменитое хрущевское изречение «Мы вас похороним». А некоторые наши писаки сейчас, просто переводя прямо с английского, пишут «Мы вас закопаем». Да не говорил он «закопаем», «похороним».1963 год. Выстрел в Далласе оборвал жизнь одного из самых выдающихся и любимых американцами президентов. В Москве на заседании президиума было решено послать на похороны высокую делегацию во главе с Анастасом Микояном. В то же время американские спецслужбы активно распространяли версию о советском следе в биографии обвиняемого в убийстве Кеннеди Ли Харви Освальда. Хрущев принимает решение о передаче американской стороне секретных документов о периоде пребывания в СССР Освальда. Вместе с Микояном в США в качестве переводчика едет Виктор Суходрев. Последним официальным актом Жаклин Кеннеди в Белом доме
был, ну, то, что мы бы назвали поминками. А на Западе сводится к бутербродам, чаю, кофе. То есть, ну, люди провели сколько-то часов, в том числе на воздухе и так далее. Надо как-то угостить. И Жаклин не появлялась среди гостей. Ушла к себе. Она держалась героически все это время, все эти часы. И спустилась где-то к концу, когда люди стали расходиться, стояла уже на выходе. И каждому, кто там был, было много народу, естественно, все вот главы государств, правительств, главы всех делегаций прибывших. И каждому пожимала руку, ну и буквально благодарила, и шла живая цепочка. Микоян с его природным умом, если хотите, хитростью, сказал мне: давай-ка пойдем в числе последних или последними. Да надо сказать, что и кто-то из Белого дома, из помощников Кеннеди, которых я знал, подошел ко мне и сказал: попросите Микояна где-то задержаться и, может быть, пойти даже последним. Так оно и произошло. Когда мы поравнялись с Жаклин, она взяла, и Микоян протянул руку и стал говорить соответствующие слова, скорбные слова соболезнования. Она взяла его руку двумя своими руками. И я увидел, что у нее, она стоически держалась все это время. Где-то навернулись слезы. И она сказала: господин Микоян, только мой муж и господин Хрущев могли обеспечить мир в нашем мире. Теперь это придется делать одному господину Хрущеву. Буквальные ее слова. Сказанные вот ее, так сказать, таким немножко глухим, грудным голосом. И, честно говоря, я даже сейчас вспоминаю об этом, проникаясь каким-то вот чувством, просто вижу перед собой ее лицо, ее глаза. Был глубоко тронут и Микоян, я это просто видел. Да это невозможно было иначе воспринять. Тем более, что незадолго до этого сам Микоян потерял жену. Вот, так что ему это было очень как-то лично, очень близко. Читаешь мемуары Хрущева, создается ощущение, что мысль о Сталине была некой навязчивой мыслью у него. Когда вы с ним лично общались, когда он был первым лицом, он когда-нибудь вспоминал об этом человеке? Вы понимаете, он Сталина очень часто вспоминал не столько, когда я лично с ним общался, а он любил рассказывать разные байки про Сталина. Какого рода? И про то время, вообще про то время. Во время одной из бесед, не помню сейчас уже и с кем, наверное, речь зашла об охоте, и Хрущев начал рассказывать такую историю. Во время одной из посиделок у Сталина на ближней даче хозяин стал рассказывать следующую историю. Идет он, будучи в ссылке в Туруханском крае, идет он на лыжах, прошел километров 5, увидел дерево, а на дереве 15 или 20, по-моему, есть северные тетерева, вот эти белые, сидят эти самые птицы. А у него, как назло, ружья нет. Он развернулся,
прошел обратно 5 километров на лыжах, взял ружье, снова 5 километров к дереву, птицы сидят, выстрелил из дробовика, 5 птиц попадали. Он их собрал и обратно 5 километров к себе, туда, где он жил. Вот такую историю рассказал Сталин, по словам Хрущева. Потом, цитирую Хрущева, ну, в какой-то момент он говорит, мы с Берия вышли, ну, в туалет по нужде. А я тогда, цитирую, а я тогда с Берия дружил. И вот в туалете Берия мне говорит, и Хрущев при этом пытается копировать грузинский акцент Берия. И Берия якобы говорит, ну, старик совсем с ума сошел. Грузин на лыжах 5 километров туда, 5 обратно, 10, снова 5, 15, одним выстрелом 5 птиц. И 5 километров обратно, 5 птиц на себе несет, 20 километров. Вот такую историю рассказал Хрущев, и я ее запомнил дословно, нигде, никогда ее не записывал, но такое не забывается. Сложнее всего было переводить Хрущева, наверное, да? Да, безусловно. В силу народного языка. В силу непредсказуемости абсолютной, никогда не знал, о чем он будет говорить. Беседы многочасовые, ну вот, ну, с Кеннеди они и так и были запланированы. А, например, интервью приезжал тогда Уильям Херст младший, глава и, по сути дела, владелец огромного концерна газетного издательства, издательского. Беседа продолжалась 4 часа. О чем там только не говорили. Какие только вопросы те не привезли, во-первых. Речь зашла о религии. И Хрущев стал говорить, что ну что религия, что это все показуха, мол, так сказать, вот я, говорит, помню, в юные годы читал рассказ, не помню только какого писателя. На большой дороге разбойники подкараулили путника, убили его, отняли все, что у него есть, убили. Посмотрели, что у него там есть, нашли там сало у него в мешке. Сели, и один говорит, давай, говорит, закусим, вот сало есть. А второй говорит, грешно, сегодня же пятница, день скоромный. Вот вам религия, мол, убили человека, а тут вспомнили, что мясное есть нельзя. Я потом все это записал, опять же, значит, все это было записано. И захотели наши идеологические лидеры, в частности, Ильичев, чтобы Хрущев упомянул писателя, который это написал. Вот тут-то и дали официальное поручение. И Литинституту, и, ну, в общем, всем. 2 дня бились. Уже пора было публиковать в печати интервью. Так и не нашли писателя, чей рассказ столь четко запомнил, прочитанный им в юности Хрущев. После известных событий Хрущев был смещен со своего поста. Он поселился на даче в Петрово-Дальнем, где разводил некогда воспетый им самим кукурузу и картофель. Опало. Никто ему не звонил и не навещал. Он до конца своих дней сохранил в себе поразительное сочетание озарений острой и могучей мысли и тяжелых пробелов невежества. Подобная изоляция стала для него истинной трагедией. Виктор Суходрев был одним из немногих, кто поддерживал с ним теплые отношения, но он в то время был уже переводчиком другого генерального секретаря Леонида Брежнева. Это была уже совсем другая эпоха. А Брежнев, когда попал первый раз в Вашингтон в 1973 году, для него это было потрясение или... Для него в 73-м году уже никаких потрясений не было, его просто ничего не интересовало. Уже в 73-м? Его ничего не интересовало. Когда он примерно в эти же годы был в Индии, например, он тоже просто не выходил из резиденции. И это не полностью почти полностью по причине уже
немощи физической, но не полностью. Полное отсутствие любопытства. В 72-м году Брежнев еще владел материей. Даже в 73-м. Во время ответного визита в том же Кэмп-Дэвиде он мог сидеть с Никсоном вдвоем и разговаривать на тему о Ближнем Востоке. Тогда одна из самых животрепещущих. На темы стратегического разоружения. Вот уже Вена-2. 79-й, да? Вена-2 с Картером. Вот это уже был Брежнев. К сожалению, развалина. Стыдно было? Было стыдно. Вот тогда было стыдно. У Брежнева был свой разговорник, который он зачитал полностью. А потом были ответы на возможные вопросы Картера. Или возможные побочные заявления Картера. Потому что Картер тоже выступил с общим, так сказать, заявлением по общему порядку, о том, все, как все хорошо, короче говоря. Тут ответа не требовалось. Наш ответ тут совпал. Но тут надо отдать должное нашим аналитикам, нашим специалистам. Они правильно угадали. Но дело в том, что Брежнев никогда бы не... И дали мне еще небольшую кипу листочков, листов, на которых было: если Картер затронет это, сказать это. Если Картер затронет это, сказать это. Если это, то это. Если это, то это. Опять же говорю, надо отдать должное нашим специалистам. Ну, прежде всего, не могу не сказать, что, конечно, Министерство иностранных дел. Но я должен был пошелестеть ими, найти нужный листочек, в каком порядке мог задать, а мог не задать тот или иной вопрос Картер. Никто не знал. Значит, Картер действительно, все совпало. Я ищу соответствующий листок и даю Брежневу. Он читает. Совпадает. А вот был один вопрос, где Картер мог поставить вопрос двояко. Он мог высказаться двояко. Если по одному варианту, надо было зачитать всю страницу. А если по другому варианту, только полстраницы. И тогда, что тогда? Картер задал по второму варианту. Я взял ручку и полстраницы вычеркнул. И дал Брежневу. Он зачитал первую половину страницы. Дошел до второй, мною вычеркнутой. Посмотрел на меня и сказал: а это читать не надо? И я сказал: не надо, Леонид Ильич. В период пребывания Брежнева на посту генсека родилось не только множество анекдотов, но и слухов о нем, часть из которых имела под собой вполне реальную почву. Несмотря на то, что последние десятилетия своего правления он находился в состоянии прогрессирующего маразма, это не мешало ему оставаться большим поклонником женского пола. Во время Кэмп-Дэвидской встречи с Никсоном в составе делегации была замечена стюардесса правительственного самолета. Она периодически возникала рядом с Брежневым, что, впрочем, не вызывало особых эмоций как с нашей, так и с американской стороны. Лишь однажды Никсон, встретив ее в домике, где разместился Брежнев, пожал ей руку и в достаточно деликатной форме, не без доли иронии, попросил ее поберечь Леонида Ильича. В 73-м году, во время визита в США к Никсону, все это заранее обговаривалось. Брежнев любил, чтобы ему дарили машины, автомашины. Он обожал рулить. Вот до последнего. Сесть за руль и гнать со страшной скоростью. Из Завидова особенно. Ну, там дорогу всю расчищали. Естественно, и до Кремля сам за рулем. И вот везде заранее мы намекали, что хорошо было бы ему подарить машину. Всем. В Германии «Мерседес», во Франции «Ситроэн», ну и, значит, вот Никсона тоже. Ну, ясно, что обратились. Откуда у правительства США такие деньги? Нет таких денег на такие подарки. Но вы платильщики бы не поняли, да? Нет. Ну, значит, обратились к фирме. Фирма ради рекламы подарила машину. А неужели наши не могли купить просто?
А ему не интересно было, ему важно было получить в подарок. Наши все могли купить. Ему не интересно было, надо в подарок было получить. Выходим оттуда после очередной встречи и видим, стоит огромный лимузин Линкольн Континентал. Никсон выходит, показывает на него, вынимает из кармана ключи и дарит Леониду Ильичу ключи. Тот аж весь загорелся, как ребенок, получивший игрушку новую. Ну, пошли посмотрим. Сели Брежнев за руль, Никсон на пассажирское место рядом с водителем. Я, чтобы мне удобно было переводить, забираюсь в салон. Заднее сиденье. Прежде смотрит, так, это так, это так, это так. Ключ в зажигании, поворот, машина с полоборота заводится, и он трогает с места к ужасу всей охраны, американской и нашей. Ну, правда, Кэмп Дэвид, он огорожен, он весь, так сказать, охраняется надежно. Там довольно узкие дорожки. Брежнев на привычной скорости, как по этим дорожкам, дал с Никсоном. Там ни одной машины у охраны нет. И все обалдели. И так мы минут 10 по всем этим дорогам колесили на довольно большой скорости, а там много поворотов там и так далее. Так он получил эту машину. Вернулись в Москву, и через несколько месяцев, по-моему, вдруг звонок мне домой. Было какое-то нерабочее время. Витя, ты не мог бы ко мне приехать в Кремль? Помнишь, говорит, машину нам подарили? Помню. Вот я тут хочу разобраться. Мне тут дали каталог запчастей. Ты не можешь ко мне подъехать, я сейчас за тобой пришлю машину. И разобраться, помочь, что бы нам тут нужно было выписать из запчастей. Я говорю, хорошо, сейчас еду. Ну, мы прислали машину, я приезжаю в Кремль. Вхожу в его кабинет, большой, его основной кремлевский кабинет. Он сидит за своим, за своей, то есть там, где я обычно сижу, когда перевод делаю, так что тут он там сидит. И огромная вот такая книга. Понимаете, вот огромная, огромная книга, это каталог всех частей, которые входят в этот огромный лимузин. И я должен, он говорит, вот посмотри, что там главное нам надо было бы. Ну, очередной сюрреализм. Что вообще нужно и когда понадобится запчасть для этого самого нового Линкольна? Наверное, ничего. А уж если да, то не скоро. Ну, тут я стал невольным свидетелем, правда, одного телефонного звонка от тогдашнего второго лица в партии, Кириленко. Звонит он, а Брежнев не трубку снял, а нажал кнопку, и, значит, голос пошел по громкой связи. Ну, чтобы не снимать трубку, чтобы, так сказать, что, держать-то лишнее. Я слышу весь разговор. Леонид Ильич, ты знаешь, я звоню, хочу вот в отпуск поехать. А чего, говорит, сейчас, говорит, в отпуск, Брежнев? Говорит, что ты сейчас в отпуск? Время вроде не летнее, да и... Да вот, думаю, здоровье там немножко там и надо поправить. А куда едешь? На Пицунду. А что на Пицунду? Там ничего медицинского нету на Пицунде-то, что? Нет, там в Гаграх вот какие-то эти бальнеологические ванны какие-то там, я не знаю, полезные очень так и так далее. Вот такой разговор. Ну ладно, если уж хочешь, давай езжай. Потом, значит, да, кстати, я хотел посоветоваться. Вот тут Косыгин предлагает пленум провести. Политбюро заседание и пленум. По вопросам пьянства. Значит, у нас 74-й год. 73-й. 73-й, может быть, начало 74-й. 73-й. Год, когда вот подарили машину. 73-й. Не знаю, говорит Брежнев. Не думаю, что это сейчас своевременно. И ответ Кириленко. Да нет, не надо. У нас народ пил и пьет, да и будет пить. Не надо нам сейчас этот пленум проводить. Ну, кончился этот разговор. Повесил трубку Кириленко. Брежнев на меня смотрит, говорит, вот, говорит, Витя, вот коллеги у меня. Кто в отпуск, кто куда. А тут сиди один дядя Леня и мудохайся.
очень много курил. У него был даже знаменитый, когда ему врачи советовали всячески хотя бы ограничить как-то курение, то ему где-то КГБ изготовило на каком-то секретном производстве специальный портсигар с часовым механизмом, который можно было ставить на от минуты до часа. И вот пока не пройдет то, на что ты поставил, его открыть нельзя было никакими способами. Он себе ставил, скажем, на 45 минут этот портсигар, выкурив одну сигарету. Через минут 10 пытался его открыть, у него ничего не получалось. И он, так сказать, тогда стрелял у меня сигареты. Последние годы ему запретили просто курить. Он просто запретили врачи курить, и он перестал вообще курить. Тогда... Об этом писал, в частности, вот его охранник Володя Медведев, что он тогда стал заставлять своих охранников в машине или где они, и где бы они ни были с ним рядом, курить вокруг него, чтобы он хотя бы чувствовал запах табака, дым. Ну ладно, это, так сказать, они... В машине ли? В машине было смешно. Подъезжала машина с Брежневым, открывались двери, оттуда выкатывались клубы дыма сигаретного, а уж потом люди. Во время бесед, естественно, я не курил, сигареты у меня были. Во время беседы я не курил, Брежнев начинал как-то вот дерзать, поворачивался налево, там сидел Громыко, который никогда в жизни не курил. Он говорит: да, Андрей, ты же не куришь. Мог сидеть Андрей Михайлович Александров, который тоже не курил. Андрей, тоже Андрей, ты тоже не куришь. Ну, Витя, ты же куришь, ну закури, пожалуйста. Я вынимал сигареты и закуривал. Ну и как-то, ну естественно, я как-то отворачивался, когда выпускал дым. Он говорит: да не так, Витя, дым-то надо на меня пускать. И вот тут уже просто происходила какая-то сюрреалистическая картина. Если вот со стороны посмотреть, сидит переводчик во главе стола, где его место. Значит, слева сидит Брежнев, справа иностранные гости высокие. Сидит переводчик, нагло курит, и мало того, еще выдувает дым прямо в лицо высшему руководителю своей страны. Пожалуй, самыми сложными для Виктора Суходрева были переговоры с участием Громыко. Министр хорошо знал английский язык и практически никогда не требовал перевода слов собеседника. Зато перевод его текста превращался для Суходрева просто в пытку. Громыко беспрерывно перебивал, поправлял, предлагал свой вариант перевода. С течением времени Виктор Суходрев стал привыкать к подобным провокациям, порой позволяя себе огрызаться, особенно в тех ситуациях, когда он давал более нюансированный, а значит, более точный, чем предлагал Громыко перевод. Что касается Громыко, он был льстив по отношению к Хрущеву и Брежневу? Был, к сожалению, своему должен сказать. Возможно, это помогло ему столь долго держаться на своем посту. Он побил все рекорды мировые по пребыванию беспрерывному на посту министра иностранных дел. Он терпел иногда... Я бы сказал, даже унижение, в лучшем случае с такой кривой, так сказать, улыбочкой. Известен случай, о нем писали, потому что это слышали, он при иностранцах это сказал на одном из приемов в Кремле, когда Громыко стоял рядом с ним, с Хрущевым. Когда Хрущев сказал, что ну, у нас, знаете, министр какой. Он, ему партия прикажет, он голым задом на лед сядет. Понимаете, стоит рядом Громыко и вот криво, как бы так, вроде как улыбается, полукивая. Ну, это только один вот крайний пример. Но, короче говоря, да, к сожалению. Он умел приспособиться к любому новому руководителю и всегда, хотя высказывал свое мнение, но когда заручался, я знаю, я не присутствовал, но просто знаю, что когда он знал, что пользуется поддержкой первого лица, тогда он мог где-то иногда и зубы показать, скажем, на заседании Политбюро, но только зная, что за ним стоит первое лицо, и что ему, стало быть, не только ничего не грозит, а наоборот, он получит, так сказать, только лишь признательность и благодарность первого лица.
понадобится. Ближайшее окружение беспокоилось тем, что рано или поздно настанет момент, когда человек либо умрет, либо будет, так сказать, выдворен из Кремля, и что с этим окружением расправятся, что ближайшее окружение уж в первую очередь лишится работы. Об этом думали люди? Вот вы знаете, это очень интересно, потому что я наблюдал. Люди, мне кажется, неисправимы. Они думают, что все вечно. Меня всегда поражало вот это неуемное чувство вечности данного момента. Как будто никто не задумывался над бренностью земного существования, учитывая солидный возраст всех наших руководителей. Это касается, вот я заметил, и в отношении окружения ближайшего Хрущева, и в отношении, скажем, ближайшего окружения Брежнева. Все думали, что это навечно. В том числе их личное положение. И всегда им-то доставалось больше всех после ухода лидера. Совершенно верно. И когда это произошло, вот, действительно, с ближайшим окружением Хрущева, то следующее окружение, окружение уже, допустим, Брежнева, как будто забыло об этом. То есть вот уроки не идут впрок. Наверное, это что-то тут есть, связанное с вечным человеческим, с вечной человеческой натурой, с неисправимостью человеческой натуры. После смерти Брежнева Виктор Суходрев еще некоторое время переводил Андропову, а затем Черненко. Но с приходом Горбачева над Суходревом, который всерьез подумывал о самостоятельной дипломатической работе, нависла угроза вновь встать за плечом генерального. Но Горбачев сам решил эту проблему. Он просто стал избавляться от всего прежнего окружения, в том числе и от переводчиков. И Виктор Суходрев уезжает в Соединенные Штаты для работы в ООН. Более 30 лет он был рядом с лидерами страны, исправлял их ошибки, сглаживал острые углы. Ему доверяли государственные тайны, он находился под колпаком спецслужб. Ему пришлось работать в самое тяжелое для советско-американских отношений время. Оба противника могли уничтожить всю планету в ядерной войне. На этом апокалипсическом фоне диалог был нелегким. Он был главным свидетелем хода большинства переговоров на высшем уровне. И от того, насколько точно он донесет слова каждого из собеседников, зависела степень понимания ими намерений друг друга. А значит, в том, что в конце концов отношения между двумя сверхдержавами все же потеплели, есть и его заслуга. Представим себе, что вдруг здесь у вас дома по телефону, который здесь стоит, раздается звонок из Кремля, и вам опять предлагают стать переводчиком первого лица президента. Какая будет ваша реакция? Отказ. Напереводился. Хватит.